Здравствуйте! Сегодня приготовим печень по-берлински. У меня печень свиная, я ее порезала вот такими вот полосочками и залила на 20 минут молоком. Молоко я отцедила, теперь нам нужно ее посолить, немножко поперчить, перемешать. И отставить, то есть немножко просолиться. Еще для печени нам нужно лук и яблоки. Лук мы режем произвольно, как вы хотите, так можно его и порезать. Я порежу полукольцами. Порезали, его должно быть много. Теперь мы режем яблоки, вырезаем сердцевину и режем их на дольки. Яблоки вкуснее будут, если они будут кисло-сладкие, тогда они будут очень вкусные с этой печенью. Так, режем яблоки тоже для, я не знаю, сколько вы берете печени, но у меня 0,5 килограмма печени. И вот так вот дольками мы режем яблоки. Еще можно и так их порезать, чтобы они были не очень толстые, чтобы они просто прожарились. Так мы режем. Яблоки не очень крупные, поэтому я взяла их 5 штук. Покрупнее можно взять 2-3 яблока. Берем сковородку. Немножко ее нагреваем. Наливаем масло. Даем немножко погреться. Берем каждый кусочек печени, обмакиваем его в муке, еще немножко пускай прогреется, и обжариваем печень. Кстати, чтобы не слишком много муки было на этих кусочках. Пережаривать ее тоже слишком не стоит, иначе она будет жесткая. Вот так вот мы ее обжарим. Вот мы еще огонь.
ножовочка быстро. Мы подготовим следующую партию. Потом я это печу еще положу на 2-3 минуты в микроволновую печь, чтобы она хорошо дошла. Так, можно эту положить уже порцию. Эта сковородка не боится у меня царапин, поэтому напишите мне, что я поцарапаю сковородку или не положено острыми предметами там что-то делать. Эта сковородка у меня не боится никаких царапин. Пожарим всю печенку. Пропарила я немножко еще в микроволновой печи печеночку. Она наверняка уже готова. Очень мягкая, я попробовала кусочек. Теперь мы на эту же сковородку добавляем немножко растительного масла, если его тут почти нету. И обжариваем на нем весь лук наш. Гарниру можно подать рис. Я ложу вот такой вот мерный стаканчик. У меня здесь 160 грамм. В одном стаканчике я ложу всегда один к двум. Если один стаканчик риса, то 2 стакана воды. Я возьму 2 стакана воды и так, 2 стакана воды, 1 стаканчик риса. Я возьму 2 риса и 4 стакана воды. Заболталась. Один.
чуть-чуть немножко посолим. Лук жарим до золотистой корочки. Кто не любит лук, тот может немножко меньше сделать. Но без лука все равно это же не печень. Так, мы промываем хорошо. 2 стаканчика риса. Один. 2. Рис промыли, водичка у нас закипает, высыпаю рис, даю ему немножко закипеть. Варю немножко при открытой крышке, забиваем за лук, я огонь немножко уменьшила, чтобы он не сильно горел. Я иногда тоже немножко подсаливаю. Можно его и поперчить. Так. Рис у нас закипел, уменьшаем на огонь до минимума. Накрываю крышку, даже можно сделать двоечку. Вот у нас почти поджарился, еще немножечко. Так, лук у нас поджарился, мы его высыпаем. Нашу печеночку и дальше мы обжарим еще немножко яблочки. Вот такая у нас получается. Смотрите, какая аппетитная, красивая. Ну, она попахла тут лёточками. Рис у нас нравится. Подождем, пока поджарятся яблочки, и когда они станут мягкими и такими, как прозрачные на вид. Ну вот и все, яблочки наши поджарились. Мы их высыпаем сверху на печень. Кто не любит сильно жирное, можно масло оставить в сковородке. А яблочки просто вот поверх лука с печеночкой. Вот такая у нас получилась вкусная, красивая печеночка. Плюс еще рис к гарниру. И будет вкусный обед. Готовьте. До свидания. Всего вам доброго. И до новых встреч.